Друзья мои, всем привет, я вернулся, кто не знает, я болел серьезно, практически неделю, что со мной было, я не знаю, реально. И КТ, и не КТ проходил, и сдавал несколько тестов на этот ковид и на какой-то новый ковид, со мной все хорошо. Но, слава богу, я очухался, вот, была такая черная полоса, плюс у меня поломался форик, я вообще не знаю, что с ним происходит. Кстати, сейчас нахожусь в прокатном автомобиле, сейчас про него немного расскажу. Вот, поломался форик. Он у меня, еду сейчас на авторынок «Зеленый угол», говорят, там жесть, что с ценами происходит. Стоял, вечером я его оставил, было одно деление бензина. На следующий день я автомобиль не брал, вечером прихожу, он не заводится. Мы туда залили 98-го 10 литров, он никак. То есть тут какие варианты? Либо свечи залили, либо топливный насос, либо я хрен его знает чего. Руслан есть у меня, товарищ, подсказал, то, что у него, у друга, вообще бензин замерз. По сканеру все отлично, были там какие-то мелочные ошибки. Короче говоря, вот такой Prius прокатный, я не знаю, какого он года. Но в принципе, пока неплохо. Пробег у него 140 тысяч, то есть внешний вид у него нормальный. Вот это вот такие разводы, это идут от мойки. Неплохое состояние салона, едет. Вот заправился на рубль. На рубль заправился. Сегодня покатаемся. Посмотрим, сколько он кушает. Тут вот зеленка там наверху. Наверху. Здесь строится новый микрорайон. Много домов уже построены. Ну и вот сейчас будут достраивать. Достраивать вот здесь. Хорошая комплектация у него. Ну не... Там супер, но неплохая. Кстати, кто не знает, как заводится Prius, да? Глушим его. У него есть вот такой вот ключ. Ключ, кстати, в таком состоянии. Ключ вставляешь. Вставил ключ, только после этого нажал кнопку. Ну и, соответственно, автомобиль завелся. Здесь есть мультируль, управление климатом, вот такая ручка переключения передач. И вот такой вот бортовой компьютер. А мне, конечно же, после форика лампочка, да, видите, здесь нужно лампочку включать самому, это неудобно. Подлокотник вот такой вот, батарейки, ребят, снимал на телефон, не мог найти вот такие батарейки по городу, не поверите, долго искал. Вот, поэтому до этого снимал на телефон, сейчас буду снимать на камеру. В общем, я в деле на все 100%. Напоминаю, занимайся помощью при покупке автомобиля. Кому нужна такая помощь, мой телефон указан под каждым видео в описании канала. Ребят, все автомобили, абсолютно все автомобили, смотрим на сайте drom.ru. Приуса не надо скидывать. Там 55-й Prius за 850 тысяч, который находится в Японии. Но поверьте, ну нет таких цен, нет. Вы смотрите Drom. Желательно в полной версии, выставляете автомобили в наличии, автомобили в пути, смотреть не надо, автомобили под заказ смотреть не надо. Конструктора я осматриваю, но не ищу. Друзья мои, что касается транспортных компаний, да, что касается их цен, я вам скидываю прайсы нескольких транспортных компаний, но цена у них может варьироваться. В каждом прайсе есть телефон, поэтому звоните и уточняйте у них цены. А я напоминаю, у меня проверка одного автомобиля стоит 2000 рублей. Это город Владивосток. Это не Уссурийск за 2000 рублей. Вот все, что касается города Владивостока, 2000 рублей. Ладно, едем на прокатном прикольном Приусе. Сейчас покажу немного, как он едет. В принципе, говорю, блин, в принципе, едет-то он неплохо. Смотрим на конские цены. Не знаю, что будет с рынком дальше, но знаю одно. Цена растет каждый год. Вот неудобно, знаете что? Неудобно, нету камеры заднего вида. Была бы моя машина, я бы ее уже вчера поставил. Не помню, говорил по стоимости, не говорил. 1700 стоит Prius такой в сутки. Я бы уже давным-давно поставил бы и ездил бы беспроблемно. И все почему-то жалуются именно на правый руль, то что правый руль растет. А вы посмотрите, как поднялась в цене на автомобиле с левым рулем. Просто посмотрите, возьмите любой автомобиль, какой-нибудь Солярис, да, который там до прошлогоднюю цену.
И сколько он стоит сейчас? На рынке не был неделю, вот реально. Я уже по работе по своей, именно по рынку, я соскучился. Поэтому ладно, едем, подъезжаем, смотрим цены. По дороге на рынок решил заехать в транспортную компанию, проверить автомобили. Prius ведет себя пока неплохо. Кстати, премяха стоит, едет в Чебоксары с небольшим пробегом. Смотрите, есть автовозы открытого типа, есть автовозы закрытого типа. И у нас покупают даже спецтехнику. То есть вот этот мини-трактор поедет в Москву. Но я все прямиком на авторынок. Так, ну что, добрался я до рынка за неделю. Неделю не был, говорю, аж соскучился. Инсайт у нас стоит. 13-й год, 785 тысяч. Но он идет полуторалитровый. Рядом стоит Suzuki Haster, 19-й год, гибридная версия, подогрев сидений, камера, музыка, 635 тысяч рублей. Так, напротив у нас стоит Honda Fit, 14-й год, гибрид, салон, кожа, подогревы, 810 тысяч. Представляете, насколько поднялись цены? 810 тысяч, ребят. Инсайт 13-й год, тоже полторашка, 805 тысяч рублей. Подросла цена. Цена, конечно, подросла и хорошо. Фиты меня интересуют, сколько стоит, экран там стоит. Стоит у нас Subaru Levorg, автомобиль 2017 года выпуска. Стоимость 1 миллион 185 тысяч рублей. GT Turbo. Здесь не могу сказать, то, что он стоит дорого. Импреза, гибрид, белый такой красивый цвет. Мне вот такой цвет нравится. 16-й год, гибрид, 4 ВД, ISI, 1 миллион 160 тысяч рублей. Данный цвет мне тоже нравится, амуайки у него есть. Следующий Levorg. Этого Levorg я смотрел, он только что был у меня на проверке. Про него, в принципе, я знаю все. В ближайшее время буду скидывать информацию подписчику. 17-й год, 1.6 турбо, 1 миллион 165 тысяч рублей стоит данный автомобиль. Это у нас уже стоит Трактис на литье. Машины закрыты, я уже не буду продавцов просить подходить, открывать. Рактис стоит, во-первых, он 12-й год, он 1,5 литра, и стоит он 685 тысяч рублей. В данный момент ищу я Фрида, но это у нас Спайк, 14-й год, 875 тысяч рублей, представляете? 875 тысяч рублей, согласитесь, цена, она реально, блин, мужики, пацаны, растет, ползет вверх. Но тем не менее покупаем, все покупает. Я еще раз говорю, сравните цены с леворукими машинами, за сколько они выросли на год в цене, потому что все привыкли сравнивать на авторынке зеленый угол, ой, там цена вверх. Вы посмотрите на левый руль, на салоны, сколько они стоят. 16-й год, гибрид, 4 ВД, 1 миллион 465 тысяч рублей. Вот такой вот у нас стоит семейный минивэн, 18-й год, гибрид, 2 литра, 7 мест, 1 миллион 595 тысяч рублей. А все меньше и меньше данных автомобилей. Это Жук, 12-й год, 4 балла, 805 тысяч рублей. Вот это нормальная цена за Жука, 805 тысяч рублей. Prius, на Prius цены нет. Машины есть. Нахожусь на самой большой стоянке, откуда начинался вообще сам весь автомобильный рынок. Забито, то есть машины реально есть, подзабито все. Я хотел посмотреть, сколько стоят фиты. Ага, тут два фита и один шаттл. Итак, фит 15-й год, он 4 ВД, 1.3, 735 тысяч. Цена нормальная, но нужно смотреть, что с ним. Следующий фит 18-й год, гибрид, 4 ВД, 945 тысяч. Тоже нужно смотреть, что с данным автомобилем происходит. Но Fit все больше и больше набирает популярность. То же самое, как и шаттл. Сегодня кто-то у меня о шаттлах интересовался. Вот, пожалуйста, 17-й год, 4 ВД, 1,5 литра, гибрид, 925 тысяч рублей. Но шаттл у них
Знаете, у них разница в цене во многом зависит от комплектации. От комплектации зависит. Ну, это такой простенький. Красавец стоит. Красавец прям. 2 миллиона 620 тысяч. Гибрид 2,5. 2018 года выпуска. Кожаный салон. Все закрыто. Это у нас стоит Outlander. Тоже гибрид. Черный цвет. 14 год. 4 ВД. 1 миллион 510 тысяч. Рабочий такой автомобиль. Nissan AD. 1,5 литра. Полусупер. Полусупер. Кто не знает, что это такое. Спереди это идут стеклоподъемники. Тоже закрыт. А сзади идут у нас весла. Но это такой грузовой, рабочий автомобиль. NV150 AD, да то же самое. Куда-нибудь в бизнес. А, были звонки, поступали. Вот буквально недавно хотели приобрести NV200 4 ВД. Ребят, их нет. Они только под заказ и по очень конской цене. Альтернатива, наверное, ну, либо передний привод, передний привод не устраивает, либо все-таки Mazda Bongo Vanette. 11-й год, 398 тысяч, цена кейкара. Jimny 10-й год, естественно, 0,7, 1,3 практически не найдешь, если найдешь, будет стоить очень дорого. Рама, мосты, подогревы, максимальная комплектация стоимостью 500 тысяч рублей. Хорошее литье, практически новая резина. Вижу отсюда полукожаный такой у него салончик идет. Еще один джимик стоит. Час дня, я вот все жду, я прям переживаю за Форика, за своего. Что мне с Фориком случилось-то? Так, цены здесь нет. Это у нас стоит Subaru Forester, 16 год. Они все идут двухлитровые, по крайней мере. Наши японские 4 балла. Так, а что стою? Стою. Цены-то на нем нет. Шикарный минивэн, шикарнейший вообще семейный микроавтобус. Родной пробег 33 тысячи. И стоимость автомобиля, внимание, 3 миллиона 390 тысяч рублей. Смотрите, прошел небольшую часть стоянки. На сегодня будем заканчивать. Машин еще много. Снимать будем много. На этой неделе обязательно выйдет видео. Вот поэтому, ребят, не забываем подписаться на канал и обязательно поставить лайк. Всем приятного просмотра.